Спасибо за кофе, дорогая. Мне пора на службу. Всем привет, друзья. С вами спикер и полицейский патруль. Новый день в Лос-Анджелесе наступает. Ух, трепещите, преступность. Выходит полицейский патруль на охоту. У нас сегодня будет байк BMW вот с таким российским флагом. И, в принципе, обычный скин. Хорошо, давай садись уже, посмотрим, как у нас смотрится. Я включал сиренки, чтобы побыстренько попить кофе. Как-то маленько опаздывали. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне задание. У нас угон автобуса. И где находится, я не вижу по карте. Как-то очень далеко, видимо. Хорошо, дай-ка мне другое задание. У нас рация, это не то, что нужно. Мне нужно реально перестрелки и погоню. Полицейский байк. Угон полицейского байка, то что нужно. У нас тоже байк, он маленько повредился даже. Нужно, наверное, починить его. Хорошо, чуть погодя починю, он прям в нашу сторону едет. Вижу по карте и просто в нашу... Ох, подрезаем, ох, как подрезали. В принципе, хороший байк, новый, только не поцарапанный. Так, чувак, остановись. Полицейский патруль прижат к обочине. Можно, конечно, по колесам, конечно, не очень-то хочется. Хорошо, у нас есть шокер, можно с помощью шокера. Как-то резко тормознул, даже не успел прицелить толком. Сейчас прям под сральником он. Так, поезда нет, нормально, чувак проскочит. Влево, вправо, как-то он быстро набирает скорость. Сколько? 180 км в час. Нарушение скоростного режима, это, конечно же, уже преступление. И угон полицейского байка. Ну, две статьи он точно заработал. Так, чувак, дай прицелить в стену. О, попал, нормально. Главное, не поцарапай байк. Я, видимо, твой байк как раз и заберу. Полицейские патруль прижатся. Такой бородатый. Оружия нету. Бывает, конечно, преступники достают оружие. Так, и наручники его. Окейшки, это дело готово. Наверное, твой байк заберу, у нас как-то маленько поцарапаны. Видимо, слишком торопился на кофе и поцарапал где-то. Хорошо, забираем твой байк. В принципе, этот байк мы оставим на месте. И, наверное, вызываем код 2. Код 2 приедет. Полицейская машинка и тебя заберет. Хорошо, мы поехали дальше. Что у нас есть? Автобусом, ну, прям рядом с нами. Хорошо, подтверждаем. И что у нас? Угон какого-то автобуса. Сейчас посмотрим, включить. Ох ты, да, угон автобусом. Тут проходит дискотека. Появилась маленькая туманность, в принципе, это нам не помешает. 352 патрона плюс обойма. Ну что, как остановить? Мы, интересно, мы на байке, а против нас автобус. Как же остановить, даже не знаю. Чувак, он сидит в шоке таком. В таком шокер, конечно, можно его сразу с помощью шокера. А он в шоке, и мы с помощью шокера, ну, поближе, чуть ближе. О, практически готово. Чувак, приезжай к обочине. Походу, с кем-то. Либо там еще есть пассажиры. Хорошо, вызываем, наверное, все-таки вертушку. Одну вертушку и, наверное, парочку патрульных машинок. Сейчас мы тебя прижмем, чувак. Куда он поедет? Налево, направо. Так, появилась парочка машинок. Он решил повернуть налево. Мы тоже будем блокировать. Мы просто берем и блокируем его. Не царапаем мой байк. Ну хорошо, я открываю огонь, конечно, по колесам уже. Даже не знаю, кажется, я не прострелил. Хорошо, давай в другой стороне. О, хороший выстрел. Навстречку прям. О-о-о-о. Вот это было, конечно, не очень-то приятно. А где наш байк? Куда улетел? Чуваки, дай-ка мне байк. Спасибо за байк, я погнал. Заберешь мой байк. Вертушка прилетела, ребята тоже подъехали, и как-то быстро он уехал. Вроде на автобусе, а едет реально практически 180 км в час. Нормально едет. Хорошо, быстрее, наверное, все-таки по колесам. И его снова с маленькой в сторону, вот так. И в столб, нет, не получилось. Хорошо, у нас есть еще два колеса. Надеюсь, это дело получится. Прям в столб, прям на встречку, да-да, на встречку. Нет, нет. Решил реально просто на таран это дело, конечно, очень плохо было. Давай-ка садись, мы уже... Ух, сколько потеряли крови-то. Может, конечно, и Санчес. Это, видимо, какой-то медик. Похож на медика. В зеленом. Все-таки... Ух ты, жесть! Да что происходит-то? Ребята, походу, сегодня не мой день. Где наш байк снова? Так, вот он. Ребята, все в порядке. Остановка автобуса будет нас, походу, задержана маленько. Так, он поехал дальше. Так, вышел на шоссе, походу его реально остановили. Сейчас подъедем, разберемся. Все-таки нужно было его сразу же по-жесткому присануть. И, в принципе, все. Хорошо, уже берем, наверное, пистолет. И реально уже по-жесткому. Полицейский патруль, он уже без колес едет просто. Чувак, тормози. Открывай огонь уже. Открывай воздух. А, нужно сперва разбить стекло, а потом можно использовать шокер. Окейшки, все понятно. Берем уже. Как-то резко тормозит он. Я не могу даже прицелиться. Можно, в принципе, замедлить время и просто в него. Нет, не получилось снова, что ли? Видимо, все-таки стекло мы... Как крутануло там! Вот это жесть, как же его крутануло-то. Нас просто в хлам. Так, спокойно машина проехала. И он как-то пытается, пытается еще. Еще ребята на Порше. Ребята, берите его. У нас уже ХП падает. Ох, как нас прессануло-то сильно даже. Он поехал даже по другому маршруту. Это что-то новенькое. Короче, ребята, берем уже. Я даже не знаю. Он поехал прям по рельсам. Это же какое-то безумие. Поехал просто по рельсам навстречу поезду. Мне не очень хочется столкнуться вместе с поездом. Жесть. Ну, в принципе, кажется, поезд проехал только что. И, возможно, уже не будет. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Он поехал по рельсам прямо навстречу поезду. Это будет довольно интересно. Интересно, а сколько у него колес осталось? Кажется, одно колесо переднее осталось. Короче, пускай он едет. Он... Ох, он съехал даже.
Даже не знаю, может вот сверху сделать? Ох, это было красиво, конечно, сверху, например, прям на крышу поезда, вернее, на крышу автобуса, походу он остановился, кишки, походу, он застрял. Сейчас мы разберемся с ним. Он забуксовал, он реально забуксовал, чувак, выходи уже. Это просто трэшевая погоня была такая. О-о-о, как он заехал, выходи уже из автобуса. Так, кишки мы нажали, как эпично смотрится, жесть. Он, походу, не выйдет, слишком высоко. Ну понятно, он не хочет выходить. Хорошо, вызываем побольше патрульных, уже пускай ребята приедут, посмотрят и посмеются на это дело. Он еще пытается, видимо, газовать, колеса крутятся, а он не хочет выходить. У нас, в принципе, есть шокер, хорошая позиция. А, секундочку, нужно все-таки, наверное, прострелить стекло. Да, стекла нет, и чувак выходит. Он и просто сваливается. Стой на месте. Какой-то мажор такой с цепочкой крутой. Ребята приехали, окейшки, сейчас возьмем его. Как же долго тебя брали мы. Парочку раз нас даже маленько сбило. Хорошо, мы тебя арестовали, я вызываю код 2, тебя заберут. О, сколько шрамов на нашем лице. Ну, маленькие даже такие-то рожки получились. О, симпатично. Хорошо, чувак, а я хотел забрать твой байк. Хорошо, побегу уже своему байку и заберу свой байк. Поезд поехал, ну, в принципе... О, чувак, дай мой байк. Это не мой байк, вот мой байк. Окейшки, погнали дальше. Кажется, едет поезд. Да, едет поезд, чувак. Как его сбили-то? А можно, интересно, прямо на поезд прыгнуть? А мне не получится, слишком тут низко. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне новое задание. У нас есть какое-то есть задание. И прямо на трассе. А мне нужно по ту сторону. О, пропал автобус. Окейшки, сейчас прилетим. Довольно эпично прилетим. Нужно набрать скорость. Набираем скорость уже. И прилетаем прямо на поезд. Ух ты, да, это было круто. Хо-хо-хо. Помню миссию Тревора. Это реально получилось круто. А я не успел, конечно, подтвердить, а возможно даже и успел. Ну-ка еще разок. А кажется, успел. Нормально, мы устояли. Кажется, едет. Хорошо, поехали прямо по поезду. Это реально довольно эпично смотрится. И длинный поезд. Это нормально проскочили. А, приступим где-то внизу. Нужно уже вниз прыгать. Можно еще разок наверх, наверное. Вот так эпично будет. Ух ты, да, это довольно красиво. Можно было, конечно, через поезд. Слишком большая скорость. Мой друг, все нормально, прям в колючке. Это не очень-то приятно. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне другое задание. Мы найдем других преступников, арестуем и отыграемся. Так, ну что у нас есть? Докс? Нет, нужна помощь собачки. Ну, я даже не знаю, стоит, не стоит. Слишком, конечно, мне нужно реально по перестрелке, погоне и что-то новенькое. Хорошо, подтверждаем, у нас есть какой-то заказ. И давайте посмотрим, что у нас там будет. Я даже не знаю, там какой-то обычный... На мотороллере? Обычный чувак на мотороллере. Нормально. Едет по себе по душе. Всего 60 км в час, в принципе, не нарушает. Ух, даже маленько оборачивается. Хорошо, чувак, прижмись, нужно проверить твои документы. И сейчас это как-то делать сделаем. Слушай, наш байк гораздо покруче, чем твой-то. Реально скоростнее, реально такой побачивый. Ну, я даже не знаю, можно вот так маленького приезжать к обочине. Вот так, цивильно. Выходи. Он решил повернуть? Нет, нормально. А поехали прям по встречке. Поиздевались маленько, их и достаточно. Сейчас арестуем тебя. Так, маленько повернули. Ну что? Лежит, отдыхает, нормально. Руки в гору. Твои документы сейчас проверим. Конечно, вызываем, наверное, патрульный. Пусть ребята приедут и посмотрят на тебя. На такого смешного докумбайке. Хорошо, одеваем наручники уже. Окей, я готов. Ох, как быстро приехали. Ребята уже тут там. А где твои тачки? Чувак, твои тачки даже не там. Хорошо, уже мотороллеры заберут уже другие ребята. Он приехал. Сколько сразу патрульных машин. И нужно... Код 2 нужен все-таки. Пускай тебя заберут уже и арестуют. Хорошо, поехали дальше. Что у нас есть? У нас есть какой-то новый вызов и подтверждаем. У нас угон танкера, мы даже не знаем, с прицепом. Какой прицеп, интересно? Кажется, вот прямо перед нами. Камера чуть ближе. Нет, походу, следующий. Это, походу, и даже... Это инкассаторская машинка. Угон инкассаторской машинки довольно что-то новенькое. Даже не знаю, как ее остановить на реально бронированном. Интересно, колеса бронированы. Полицейский патруль прижаться к обочине. Так оглядывается. Маленько, конечно, сбавил ходу, но даже не знаю. Хорошо по колесам. О, колеса. Они не бронированы, все нормально. Сейчас пробьем колесики. А ребята реально профессионалы. Они прижали его и просто тормозят. Мы еще поможем. Мы сейчас поможем. Все нормально. Вот этот, понимаю, полицейский патруль, чувак. Он, походу, решил нас задавить. Поехал прям по встречке. Нормально. Хорошо. Наш байк маленько поцарапали даже. Ребята, давайте в горку. Вернее, за ним. В горку. Нормально, сейчас колесики подстрелим и арестуем его. Потому что ребята реально такие профессионалы. Мы уже обучены. Нарушители. Чувак, выходи уже. Но он реально ничего не боится. Интересно, а бронированные стекла? Она даже не видно, простреливается. Да, нет, видимо, не простреливается. Реально, бронированные стекла. Это реально круто. Хорошо, мы берем, наверное, дробовичок. Чувак, выходи, его уже пытались отстреливать.
Полицейский патруль, выходи уже по колесам. И он все-таки решил выйти нормально. Красотка, бери его. Там чувак выбежал. В панике такой. Кажется, один всего лишь подозреваемый. Да, всего лишь один. Сейчас мы тебя арестуем и отправим в тюрьму уже. Там какие-то перестрелки, что ли? Все нормально. Одеваем наручники. Правильно, дубинка его, красотка. Он нормально решил, ребята. Сразу им, видимо, его посудить. Хорошо уже, пошли, пойдем байку уже. Вызываем код 2. Ребята, какие-то перестрелки, что ли, решили устроить-то? Так, секундочку, как у нас нарушитель. Походу, вот это именно машинка. Какая именно из них? На карте у нас отмечено только... Хорошо, пускай едет уже, ребята. Мы взяли на хвост двум байкерам и хочет проверить их документы. Мне кажется, не все так в порядке. Хорошо, ну, включаем сирену, посигналим. О, маленький кипиш начался, так нормально остановились. Хорошо, проверим документы, возможно, они вооружены. Потому что байкеры постоянно у нас есть оружие. Так, чувак, твои документы можно? Ох, нет! И сразу второй. Так, его даем. Окейшки, одного застрелили, а второго, походу, без оружия. Второй без оружия, значит, будем его брать. Сейчас, где у нас? А, он прилег. Прилег и отдыхает. Хорошо, надеваем наручники. Сейчас проверим. Да, вот, друзья, вот так и бывает у нас. Байкеры реально очень опасные. Так, руки в гору. Руку в гору. И давай-ка вызываем патрульных машинок. Такие реально крутые перцы. Такие накачаны. Такой шлем. Реально все круто. И тебя уже отвезем в тюрьму. Одного, конечно, пришел застрелить, потому что у него было оружие. Хорошо, тебя заберут уже. Мы вызываем код 2. Вот, ребята, приехали. Как раз по твою душу. Хорошо, поехали дальше. Байки твои тоже уберут с дороги. А у нас диспетчер, у нас начало гонки. Довольно интересно. Давай-ка посмотрим. 700 метров до нее. Включаем сиренки. Что у нас есть? Давай пистолет, наверное, возьмем. На всякий случай придется, видимо, по колесам стрелять. Начало у нас какие-то гонки. Ну, сейчас проверим, что у нас там такое. Нужно все-таки, наверное, вызвать парочку патрульных машин, потому что, я думаю, там будет не одна машина, а целых две. Да, две тачки показывает мне диспетчер. И сейчас разберемся, какая именно из тачек. Так, видимо, есть какая-то область, и сейчас разберемся. Походу, вот эти ребята. Да, две тачки, вот решили, походу, устроить гонки. Так, ну что, вызываем, наверное, патрульных? Да, о, сколько их тут, патрульных. Хорошо, выходим, хотя бы одного мы должны арестовать. Так, ребята, выходим. Выходим из тачки по одному. Походу, не хотят выходить-то. Хорошо, началась погоня уже. Они все-таки двое выбежали. Хорошо, ребята, берем их живьем. Конечно, живьем, они без оружия. А ребята побежали за ним. Секундочку. По отметке. Отметка другая, желтая. Вот, секундочку, стой на месте. Он нормально так. Так он без оружия. В принципе, без оружия. И побежал. Хорошо, мы за ним побежали. Сколько у нас, я даже не знаю, сколько отметок. Желтые, красные какие-то отметки. Какие-то еще химические ребята выбежали. Откуда? Нормально, сейчас тебя арестуем. Ребята какие-то, видимо, какие-то строители, что ли. Руки в гору уже, стой на месте. Ну, конечно, ты на гонщика какого-то не похож. Ты похож на какого-то дипломата. Хорошо, одеваем наручники, догоним остальных преступников. У нас есть еще желтая отметка. Че, все в порядке? Я одеваю наручники, забирай его. Окейшки, он арестованный. Хорошо, у нас отметки все пропали, видимо, всех взяли. У нас, по ее идее, есть желтые отметки. Это, видимо, их не машины. Хорошо, забираем наш байк, какие-то двери вылетают. Что это происходит с дверью-то? Как-то ребята припарковались, хорошо. Видимо, на машину нужно отогнать. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне другое задание. Нужно другое задание. У нас есть прямо на пляже. Мы подтверждаем и погнали. Там какая-то... Нужна помощь офицеру. Сейчас подъедем, разберемся, какая там нужна помощь офицеру. У нас синяя отметка, у нас красная, синяя-красная. Так, у нас, в принципе, GPS показывает 600 метров. И уже указал, нет, нужно следующий поворот. Где-то прям тут, проселочная дорога. Прям про проселочная. И сейчас можно даже аккуратненько спустимся. Кишки нужно еще спуститься еще ниже. Так, хорошо, наверное, тут проскочим. И где-то на пляже у нас что-то происходит. Так, у нас парковочная. Ох, дорогу полицейскому патрулю. Так, мы уже приехали. Помощь офицеру, и что нужно? Видимо, машина. Так, вижу преступник. Преступника вижу и бьет офицером. Окейшки. Ох, он с ума сойти. У него есть ножик. У него есть ножик, и он уже зарезал офицера. Так, мы это дело заберем. Улики, конечно, мы заберем уже и будем судить. Ох, какие лошадки-то. Так, стой, чувак, на месте. Руки в гору, вызываем уже патрульных. У нас, конечно, нужно еще скорую вызывать. Скорая. А где у нас скорая, кстати? А вот, кажется, нет, боевой вертолет, нужна скорая. Вот, секундочку, код 3. Вызываем скорую. Нужна офицеру помощь. Одеваем наручники, сейчас приедет скорая. Потерпи, дружок. Сейчас тебе помогут. Наверное. Реально такой гангстер. Хорошо, одевай наручники. Вот ребята наши приехали, я не вижу скорой. Скорая, видимо, здесь не может проехать. Все-таки нужно проехать. У нас реально мертвый офицер. У него есть патроны.
Нет, патронов у него нет. Хорошо, погнали дальше. У нас скоро приехала. У как она едет. Он все подряд подшибает. Так, выключим сиренки, посмотрим, как она будет делать. Она просто вышла, припарковалась и что? Ну, в принципе, жи, да, маленькая даже поплавали. Хорошо, диспетчер, дай ко мне другое задание. Это, конечно, очень печально. Нужна помощь собачке. Нет, давайте другой, наверное, все-таки возьмем. А у нас какое-то есть новое задание. Мне нужно реально какие-то перестрелки. Раньше гораздо больше было перестрелок, поставил очень много. У нас есть какое-то новое задание. И давайте посмотрим, что у нас там. Подъедем, разберемся. Пока что без сирен подъедем. Даже не знаю, что у нас там есть. Я не вижу никакого. Я только вижу пляжных девочек спортивных. А у нас получается наверху. Наверху нужно подняться. Сейчас мы все-таки включаем сирену уже. И начинается какая-то погоня. Там уже вижу. Давай-ка наверх. Не очень-то и мощный байк. Так, ребята, вышли. А у нас погоня, вижу. Ну, началась такая эпичная погоня. А у нас там просто на мотороллере чувак едет. Своим ходом. Вот нормально, походу, сбили. Нет, он живой. Все нормально, чувак, дай-ка тебя арестую. А то тебя просто возьмут и забьют. Стой на месте, полицейский патруль. Нормально подлетел. А где твой? Ох, куда мотороллер подлетел. Так, давай-ка остановись. Ну, я тебе предупреждал, конечно, ребята неадекватные. И пытаются постоянно убить кого-то бы. Давай-ка, руки в гору, я тебя арестую уже. Истекает кровью-то. Ты истекаешь кровью. Одумайся, чувак. Короче, ребята сами разберутся, потому что они реально какие-то неадекватные. И пускай сами разбираются. Диспетчер, дай ко мне другое задание. Ну да, в принципе, арестовывают. Все нормально. Хорошо, поехали дальше. Что у нас есть? Диспетчер, дай-ка мне новый и довольно поинтереснее. Так, это мне неинтересно, это тоже мне неинтересно. У нас есть где-то... Так, у кишки подтверждаем, погнали. Где-то наверху у нас. Поехали, включаем сирены. А это у нас, видимо... Сейчас подъедем и разберемся, что у нас там за преступности. О, какой внедорожник. Так, прям такой крутой. Хорошо, прям перед нами проехал снова это же мотороллер. И снова у нас погоня. Ну, это, конечно, погоня очень быстро кончится, потому что мы берем просто... Ух, как же сильно ему досталось-то, жесть. Он, видимо, маленько скукожился даже. Время помолиться. Хорошо, чувак, давай-ка руки в гору. Помолись уже и отправляешься в тюрьму. Так, у кишки, давай-ка им наручники. Я вызываю код 2 и тебя заберут. Ну что, маленько помолились? В принципе, нормально. Мы бы живы и все в порядке. Да, маленькая, конечно, расстреляна. Хорошо, код 2 и нужна машинка как раз для тебя. Диспетчер, дай-ка мне реально перестрелки. Ох, у нас есть перестрелки. Прям... Так, они происходят прямо на трассе. Хорошо, погнали, посмотрим, что у нас там. Бывает, конечно, военный, бывает курумка, а бывает даже и танки. Так, я уже практически на... Ох, у нас внедорожник. Ну, в принципе, тоже, ребят, довольно серьезные. И обычно их довольно много. Так, ну что, сейчас перестрелка, то, что нужно полицейскому патрулю, нам нужны реально перестрелки. О, как его, какой там мажор на управление, походу женщина какая-то. Хорошо, мы тоже перестреливаемся, ох, нас уже попали. Нас реально уже попали, хорошо, замедляем время и просто одним выстрелом выносим одного преступника. Нет, мимо что ли, давай еще разок. Снова мимо, видимо, слишком далеко, поэтому хорошо, сейчас перестрелка, мы уже минус один, даже не знаю в кого. Эх, ребята, выходит, а у нас нет машины, нужно укрытие какое-то. Чувак выходит, остановись, полицейский патруль. Я предупреждал. Окейшки, тебя арестуем. Руки в гору. Оружия нет. Там у нас ребята работают. Все нормально. Нет, какой-то кипиш начался. Нет, их арестовывают. Хорошо, мы не арестуем. Да, уже белые отметки, значит, они уже обезврежены. Одеваем наручники. В принципе, очень быстро перестрелка закончилась. Мне гораздо... Походу, у нас пошел только снежок. Реально, уже снег наступает. И нужно полицейскому патрулю тоже сделать снег уже. Я помню, в прошлом году у нас был снег. Реально, полицейский патруль уже снимается больше года. Практически с основания канала. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне другое задание. Мне нужны трэшевые погони и перестрелки. Так, что у нас есть? Диспетчер, дай-ка мне реально перестрелка. Нам нужна перестрелка. Где-то у нас происходит прямо на горе. Нет, давайте другой, нам слишком далеко. Угон автобуса прямо перед нами. А вот и автобус, походу. Хорошо, подтверждаем и посмотрим. Походу решили угнать именно этот автобус. А возможно другой. А вон выезжает. Окейшки, сейчас мы возьмем. Хорошо, мы, наверное, выходим так. Остановится полицейский патруль, видимо, он уже испугался. Хорошо, берем дробовичок, даже не знаю, можно прямо над головой стрельнуть, а можно прямо в него. Хорошо, первый выстрел прямо над головой. Полицейский патруль, как промчался быстренько. Хорошо, вызываем, наверное, парочку вертушек. И погнали, включаем сирены. Полицейский патруль возьмет уже последний автобус, и наш день закончится. Наша смена подходит к концу. Так его, в принципе, очень быстро взяли даже. Даже как-то на удивление. Нет, он пытается еще таранить. Мы еще так мотик ставим и выходим. Полицейский патруль. Чувак, выходи уже. Наверное, разбить нужно стекло, уже потом брать шокер и с помощью шокера уже его вытаскивать. Так, чувак, выходи. Полицейский патруль, ты меня...
Нас маленько задавили. Нормально. Как все положено, как всего и бывает. Он, видимо, уже застрял. О, нормально заблокировали. Так, окей, шкипим. Так, он же вышел, решил пробежаться. Хорошо, мы тоже пробежимся. Ребята, вдогонку прям за ним. Можно, конечно, просто одним выстрелом прям по ногам. Эх, была не была. Окейшки, ребята, сами догонят уже. Да, мы помогли. В принципе, неплохо. Хорошо, можно, в принципе, сесть на байк уже, на байке догнать его. Потому что он как не очень хочет останавливаться. Бросил в автобус и погнал уже пешком. Сейчас догоним. У нас есть шокер. Так, крутушка за ним преследует. Кажется, его уже догнали. Ах, да нет, еще бегут. Нормально вроде. Ух да, вот будет рамблишка хорошая. Где наш подозреваемый? Вот он, наш подозреваемый. Какие красивые. Ух, нормально. Какие красивые лошадки, кролики. Дикая природа уже. Так, хорошо, уже берем тебя. Оружия нету. Такой гангстер. Нормально, ребята. Хорошо, тебе, ребята сами арестуют, и мы уже поедем дальше. Диспетчер, дай-ка мне еще задание. У меня, в принципе, есть еще парочку минут. И у нас есть... О, друзья, у нас танк. Ну что, поехали. У нас уже угон танка, и там реально будет трэшевые погони, и то есть перестрелки даже. Слушай, какой красивый пейзаж. Мне он чертовски нравится. Да, график стоит практически на ультра, и реально симпатично смотрится. Так, танк едет как-то очень быстро, вижу. Хорошо, вызываем, наверное, все-таки патрульных. У нас реально перестрелки будут уже с танком. Даже не знаю, у нас нет РПГ. Это, конечно, очень беда. И вызываем, наверное, скорую помощь. Скорая помощь нам в помощь. Прям по крыше красиво пролетели. Хорошо, у нас танк. Нужна еще вертушка. Ну, давай-ка... А, слушай, а где боевушка? Он поехал прямо. А когда увидим подозреваемого уже, это появится вертушка и боевушка. Сейчас подъедем, увидим, что у нас танк и появится. Так, ну что, он как-то очень быстро едет, он едет реально в тупик, я даже не знаю. Мы едем, мы всего лишь одни. А где наша патрульная машина, я даже не понимаю. Ребята, помогите мне. Так, вертушки еще нет, нужно, видимо, чуть ближе подъехать. Не очень-то и хочется мне погибать в конце смены. Реально уже такой закат, ух, ребята, вы едете в другую сторону. И он, походу, едет прямо на трамплишку. Хорошо, блокируем. Даже не знаю, у нас, в принципе, шипов нет, у нас есть, в принципе, шипы, можно ими воспользоваться. Так, нажимаем К, у нас, они так ставят шипы, мы в другую сторону, вот так. Это прям на танк, интересно, это поможет? Просто проехаться и все, нормально. Хорошо, садимся. Так, главное, нам не наехать на эти шипы, а то останемся без колес. Какой красивый закат. Маленько размытый, хорошо, что у нас есть. А нам нужно все-таки, наверное, патруль. О, есть боевушка, вызываем, наверное, боевушку. Ребят, пешком. А где ваши тачки, ребята? Я не вижу ваши тачки. Хорошо, боевушки, вертушки, конечно, сват. Альфа-патруль уже в нам помощь, конечно же. Сколько вертушек, обалдеть. Помню, в третьей части было просто дальше в погоне. Много боевушек. О, ребята, давайте берем уже его. О, он повернул дуло, уже открывает огонь. Хо-хо. Даже не знаю, а что выбрать? У нас, в принципе, машины без колес. Вот это нормально. Да, камеры, походу, у нас... О, ребята просто вылетели. Нафиг, вот это обалдеть. Кого-то, походу, еще сдавили. Дикую природу сдавили. У нас есть боевушка, давай, открывай огонь. Даже не знаю, в какой именно. Ух, нормально, открывает огонь. Слушайте, ренда. Это колеса пробиты. А, нет, это просто тяжелый танк. И у нас, видимо, асфальт поднимается кверху. Ребята, берем его. Без разницы, живьем уже или мертвым. Он пойдет с нами. Можно уже вот так проехаться рядом с ним уже. Он так довольно эпично. Полицейские патрули прижались к обочине. Слушайте, можно выпрыгнуть отсюда. От нас. Ну что, сейчас догоним. И, конечно, ох, там уже подозреваем, прямо на дороге нас встречает. Ребята вышли, видимо, на перестрелке. Хороший выстрел. Хорошо, тебя арестуем, даже не знаю, у него есть оружие. Это она, видимо, какая-то группировка. Она уже мертва. Хороший выстрел, в принципе. Хорошо, у нас второй подозреваемый, видимо, уходит. А танка они просто бросили. Да, вижу, что врезались и просто решили бросить его. Хорошо, у нас еще не подозреваемый, у нас уходит. Сейчас догоним и разберемся. Возможно, он взял транспортное средство и уходит уже на транспортное средство. Хотя, конечно, через кусты он там не проедет. А кто его знает? У нас, в принципе, есть шокер, если нет оружия, конечно, арестуем. Так, у нас без оружия. Красотка, ты без оружия или как? Хорошо, наверное, арестуем уже. У нас есть шокер, в принципе. Красотка, руки в гору. Он решил прыгнуть уже. Хорошо, теперь берем уже. Как ее трясет-то? Надеваем наручники. Это, конечно, очень печально, и просто она умерла. Хорошо, друзья, на этом мы это закончим, уже наш день закончился, и увидимся в следующем полицейском патруле. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока. In the sky, gazing for